Готовы? Поехали. Люди всегда стараются не думать о плохом. Вы рады? Да. Мальчик или девочка? Не знаем. Но порой все же лучше иногда задумываться о плохом. Моя жена в больнице. Она рожает. Трогай. У меня семейные обстоятельства. Теперь я твое семейное обстоятельство. Чего бы вы там ни хотели, забирайте. Это твоя жена? Дэвид, где ты? Вы счастливы? У вас с женой хороший брак. Не лезь к моей семье. Как грубо. Не смей перебивать меня. Знаешь, чего мне сегодня не нужно? Стресса. Так что не будем глупить. Не превышай скорость. Куда мы едем? Послушай сюда. Я пристрелю тебя. Как этого копа. Говорил же, не гнать. Мы поиграем в игру. Ты должен будешь говорить мне правду. Если обманешь, то я застрелю веселого водилу и эту официантку. Готов? Тик-тик. Вы меня с кем-то перепутали. Правда? Вы не за того меня приняли! Я не говорил тебе, за кого тебя принял! Откуда тебе знать, что ты не тот? А ну сел! Обратно! Становится весело. Я не умру сегодня. Я специально так оделся. Хотел быть на 100% секси. А ты все испортил. Теперь я на 50% секси. Люди думают, что чем страшнее их смерть, тем лучше они устроятся в раю. Но в аду прикольнее. Согласен. Схватка с дьяволом. Возьми трубку, Джеймс. Ты что, прячешься? Ты что, доктор Росс? Мой психиатр?